Катя Семенова год назад развелась после 25-летнего брака. Первое время певица тяжело переживала расставание с супругом. Но теперь пришла в себя. Недавно она объявила, что встретила нового избранника, с которым очень счастлива. Новость о том, что Катя Семенова развелась с юмористом Михаилом Царишенко, застала врасплох поклонников звезды. Тогда певица признавалась, что ей надоело терпеть постоянные измены мужа. Из-за переживаний она впала в депрессию, которая плохо отразилась на ее самочувствии. Лишь недавно Катя смогла прийти в себя после всех невзгод и теперь уверяет, что чувствует себя прекрасно. В беседе с журналистами 58-летняя звезда обмолвилась, что причина кроется в новом избраннике. Она сказала: «Я не свободна. Снова люблю и любима. У меня появился новый возлюбленный, и больше я ничего не скажу». По словам Семеновой, с предыдущим мужем она не поддерживает контакты и даже не поздравляет его с праздниками. По словам артистки, это единственный человек на Земле, который для нее не существует. Она также отметила, что после развода стала больше уделять внимание себе и карьере, много ездит по стране с концертами, зарабатывает деньги и снимается в шоу «Три аккорда», на которое продюсеры заказывали ее 2 месяца. Свободное время она старается проводить с любимым сыном Иваном и внуком Матвеем, которому скоро исполнится 10 лет. В одном из интервью Катя призналась, что до последнего старалась сохранить брак, даже когда узнала о неверности супруга. Она провела с ним беседу, а затем отправилась подавать документы на развод. Но все же приостановила процесс на неопределенное время. Отметим, что Михаил Царишенко не стал отрицать измены. Он сказал: «То, что вы про меня пишете, абсолютная правда. Только я еще и идиот, 25 лет вместе. Привык, стал воспринимать счастье как нечто само собой разумеется. Теперь прозрел, да видно поздно». Поклонники очень порадовались тому, что Семенова не замкнулась после развода, а нашла в себе силы двигаться дальше. Сейчас их очень волнует вопрос: кто же этот таинственный избранник, который сделал звезду 90-х снова счастливой?